Вот такая дырочка в саженце. Из нее течет сок по стволу. Вот сейчас при помощи струны с крючочком на конце попробуем достать вредителя. Я этот способ уже использовал несколько раз и всегда удается достать гада, который там засел и портит дерево. Саженец молоденький, жалко будет, если эта гадость его проест. Но глубоко уходит, сантиметров 10. Уже ход прогрыз то, что надо. Так, о, вот он. Вот его остатки. Все-таки зацепил. О. Ну, где-то там его тело. Где-то там его тело. Вот он еще один. Еще шевелится. Вот же дрянь. Ну вот, одного мерзавца достал. Голова оторвалась. Вот такой подлюка может погубить все дерево.